Похудение без регулярных физических упражнений возможно. Вам лишь нужно узнать о некоторых хитростях. Мы расскажем, как питаться, и покажем несколько работающих способов для похудения при помощи подручных средств. Если вас заинтересовало это, как и нас, давайте приступим. Подпишитесь на наш канал, вы не пожалеете. А если ваш комментарий не наберет лайки, вы получите 1000 рублей, как предыдущий подписчик. Рацион питания. Для начала самое главное – измените свой рацион питания. Это основа основ. Любые программы по снижению веса предусматривают снижение потребления калорий. Рассчитайте по калькулятору в интернете количество потребляемых калорий. Чтобы худеть на 1 кг в неделю, нужно снизить потребление калорий на 500 в день. Поймите, что вес – это результат некоторого уравнения, в котором принимает участие калории. Прямо сейчас поставьте на паузу и напишите, что вы обычно едите на обед. Опишите подробно, мы постараемся вам ответить и подкорректировать ваш рацион. Баланс. В ваш рацион должны входить продукты из 5 основных групп. Фрукты и овощи способствуют снижению веса. К тому же в них содержится очень много витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Белки способствуют быстрому насыщению, из-за чего вы относительно долгое время не будете чувствовать голода. Продукты, содержащие цельное зерно, богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Постарайтесь включить некоторые из этих продуктов в свой рацион питания. Ставьте лайк, если едите овощи хотя бы раз в неделю. Уже молодцы! Обертывание. Популярной процедурой является обертывание пищевой пленкой для похудения и избавления от целлюлита. И это действительно работает. Поместите немного меда в миску и слегка нагрейте его. Затем вы можете добавить один яичный желток и несколько капель эфирного масла по вашему выбору. Нанесите эту смесь на желаемые области, такие как бедра, руки или живот, а затем плотно заверните пищевой пленкой. Наденьте зимнюю одежду, либо же просто слегка нагрейте нужное место теплым воздухом из фена и накройте свое тело одеялом. Оставайтесь под одеялом в течение 1 часа, а затем снимите пленку и смойте смесь с тела. Снизить уровень стресса. Не секрет, что многие любят заедать проблемы и плохое настроение. Ученые подтверждают, что высокий уровень стресса значительно повышает аппетит к высококалорийной пище. Также не забывайте высыпаться. Это также является основой основ. Человеку необходимо от 7 до 9 часов ночного сна в сутки. Его недостаток приводит к увеличению риска возникновения многих болезней, включая диабет 2-го типа и ожирение. Обязательно подписывайтесь на наш полезный канал и смотрите наши предыдущие классные ролики. Хорошего настроения, до скорого!